Но похоже, что следующую неделю депутатам вам всем придется все-таки посвятить и другим темам, потому что уже сегодня, ясно, повестка дня меняется. Вот несколько часов назад Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора, опубликовала на своей странице в Фейсбуке новость о первом громком коррупционном деле против антикоррупционного бюро. В Сумской области сотрудник бюро вместе с подельником требовали у предпринимательницы 300 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования и закрытие уголовного производства. При получении части этих денег сотрудник бюро и его сообщник были задержаны работниками прокуратуры и СБУ. Впрочем, в самом бюро пока эту информацию опровергают. Но вот так был ли мальчик, точнее взяточник, мы попытаемся в прямом эфире выяснить. И у пресс-секретаря генерального прокурора мы сейчас пытаемся дозвониться Ларисе Сарган. Как только она ответит, обязательно выведем наш разговор в прямой эфир.